Какой вызов приехали? Разница, не, ну мне интересно, вы просто так, шепчетесь? Давайте. Ну, тоже вы где? Про свое. Ну вы шепчетесь, ну, просто. Про свое. А? Вы просто мы шепчетесь. Про так, Валентин, подойдите, пожалуйста. Я же вам читаю. Не проживаю та розлучений з громадянкою храмою Яве. Від шлюбу у нас є спільна донька Вероніка, 2006 року народження. 16-го? Ой, 16-го. Да. Сьогодні близько 12-ї години я прийшов до будинку колишньої дружини по вулиці Симона Петлюри, 3, квартира 27, щоб поспілкуватися та погуляти з донькою. Але остання постійно перешкоджає нашому спілкуванню. Не дає перешкоджає нашому спілкуванню. Тому я був вимушений звернутися до... Не-не-не, кроме того, она начала, дописывайте, кроме сейчас, того, она начала кричать там. Дочитаю, да. А потом я хочу додати, что да, не. На данный час судом не вирішено дни та години спілкування. Вообще это не стоило писать, да, ну, потому что нет такого. Товарищ капитан, кроме этого, она начала кричать там, мама, вызывай милицию. За слово выставляла фразу на ваш адрес. Да, кричала там, пидорас, там это, все. Вылетела мама с вот этой все, каталкой для теста, хочу. Начали на меня там это замахиваться. Поэтому я был... Это не надо, не хочу додати, это нужно было правильно написать, от этого зависит все. Так, воно ж тут буде пояснено. Хорошо. Это была и причина, почему я вас вызвал. Они вылетели с колотой вот этой палкой, блин, на меня, я вас и вызвал. Когда вот, ну, начинаются вот такие вот, ну, какие-то манипуляции, мне это крайне неприятно. Я от вас видебрал ваше верю. Заяву, пояснение. Хорошо. Кроме того, дописывайте, что она идет по уголовному производству, по грабежу. На данный час это не имеет отношения к данной ситуации. Как это? Да она пришла в присутствие полицейских, меня ограбила. Мы сейчас вам спросимся по данному поводу, да. Что она вам не надала право спілкування. Вообще, она не то, что не, она не надает. Ну, на сегодня не надає. Да. Приймати участь у вихованні вашої спільної да. Доньки. Кроме того, со слов ребенка, я услышал, какой-то там к ней дядя лезет целоваться. Она говорит, его не надо. Ну, у меня есть папа. Он говорит, пап не существует. То есть, извините, когда какой-то мужик там 32 года лезет к ребенку трехлетнему целоваться, для меня это педофил. Он никакого отношения к моему ребенку не имеет. Образы, да? Да. Она нецензурно начала меня там пидорасом называть, там, блядь, с палкой вылетела. Образы, да, высловливался нецензурное выражение. В присутствии ребенка это все происходит. Я бы хотел ребенка взять погулять. Сейчас. Ну, если она сейчас нам не відчинить двери, вы понимаете, розумію. Мы до квартиры, до ее проникнуть не можем. А взагалі на такий випадок у вас повинно бути, написано вірно, на такий випадок у вас що повинно бути? Рішення опікунської ради чи рішення суду, що ви тоді-то маєте право приходити до доньки, брати її на виховання, приймати активну участь. Товарищ капітан, займайтесь своїм ділом, я понял, спасибо. Підпис. Ну, так а что с своим делом? Я вам поясню, как оно должно быть. Я вам объяснил, что эти люди пишут, что я не принимаю участие в поясе. Пойдемте, позвоним, сейчас попробуем. Тут, тут. Где, вот тут? Да. Та вот же галочка. Тут. Записано верно? Вони пішли до неї? Пішли до неї? А вони приїхали, по якому визову? Ну я ж вас нормально спрашиваю. Та ну я откуда знаю, я що мене... Ну ви щось шептались? Ну ми ж розговорюємо, може, о своєму, у нас якісь свої є. У мене свій планшет, у мене є свій визов ваш. Те, що приходить йому, мене ну, взагалі не цікавить. Пойдемте. А? Терміновий заборонний припис. А я вообще не пойму, що це за припис, хто там що складав. Ну, відносно вас було складено. Я не знаю, там щось написали, я вообще. Заборона на що? Заборонний припис. Є така штука, що вам заборонено спілкуватися, спілкуватися, перебувати в приміщенні вашої колишньої дружини. Ну, а ребенок мой?
А как я буду общаться с ребенком? Ну это ж бред, вы понимаете. Не-не-не, минута, молодой человек, я пока вот разговариваю с одним человеком. Я вам пояснив, що у вас повинно бути. Пояснив? У меня нет ничего. А чому ви не можете звернутися до опекунської ради? Ви знаєте, зараз вона в суд же подала, поэтому зараз йде суд по этому поводу. Ага. А так как мои свидетели были за границей, они находились на самоизоляции, ну, по этому делу, чтобы да, ну, подтвердить факты того, что там, ну, происходит, то, что они слышали от ребенка. Кстати, возле домофона, чтобы они видели, что я... Открыли дверь. Идет с нами капитан?